Привет, друзья! В этом видео поговорим об авиабилетах. В частности, о дешевых авиабилетах. Ну и так как я планирую путешествие в Гонконг, то будем искать авиабилеты в Гонконг. Какие только дешевле можно найти. Для этого пригодится такой веб-сайт kayak.ru. По моему мнению, лучший на сегодня сервис для поиска авиабилетов. Главная страница выглядит таким образом, авиабилеты, ну и найдем, введем откуда. Сразу скажу, что самое лучшее предложение в Гонконг – это из Москвы. Поэтому вводим Москва, куда? Гонконг. Теперь, что с датами? Запомните такой секрет, который не все знают, но это так и есть. Авиакомпании, понятно, что хотят заработать денег, и поэтому хотят продать как можно больше билетов и как можно дороже. У них есть свои схемы, как продавать билеты. Если сказать коротко, то дальше, чем за 2 месяца, лучше не покупать, билет будет дороже. И наоборот, в ближайшие дни тоже цена возрастает. Неплохая цена может быть приблизительно за 3 недели, за 2 недели до вылета. Но в каждом рейсе, в каждой авиакомпании лучше посмотреть, последить за ценами и найти наиболее подходящее. Например, сегодня 17 декабря, и нужно нам выбрать билет в Гонконг, когда будет дешевле билет, если взять, например, за полгода. Москва-Гонконг, 17 декабря, взять на 16 июня, ну и на недельку, до 23 июня. Посмотрим, какие будут цены. Кстати, здесь есть такая кнопка «Гибкие даты», и можно здесь выбрать плюс-минус 3 дня. Будут показывать цены. Тоже в разные дни цены на билеты могут отличаться. Кстати, и в праздники тоже цены могут быть выше. От сезона тоже могут зависеть цены, поэтому стоит тут поискать. Но посмотрим, какая будет цена на 16 июня. Нажимаем кнопку «Найти». Идет поиск, и сервис нам подбирает лучшие цены. Итак, 26 тысяч – это лучшая цена. Если посмотреть ниже, есть вот список авиакомпаний, которые предлагают билеты. Самые дешевые авиабилеты сейчас в Гонконг из Москвы – это Аэрофлот. Если пролистать, можно увидеть здесь большое количество авиакомпаний в списке слева, и цены, да, достигают 240 тысяч рублей. Ну, понятно, что нам такие цены не подходят. Самые подходящие – это Аэрофлот. Запомнили, 26 тысяч рублей. Изменим даты. Сегодня, как я говорил, у меня 17 декабря. Возьмем билет на месяц вперед. 17 января, ну, будний день лучше брать, 20 и по 27. Поиск. Так, видим, цена такая же, 26 тысяч рублей. Но есть дни, где 25-24 тысячи, да, уже лучше, понедельник. Можем тоже поискать еще, потому что цены могут быть здесь выше, потому что январь. Поищем на февраль, начало февраля, поиск. В феврале цены еще выше, да, возможно, связано с тем, что приближается китайский Новый год в феврале. И еще один вариант рассмотрим. Это цены на самое ближайшее время. То есть сегодня 17 декабря. Возьмем билеты на 22. Давай обратно на 29. Да, кстати, только что высветилось окошко, можно подписаться на рассылку сервиса «Каяк», вам будут приходить разные предложения, изменения цен на билеты, которые вы искали.
Да, видим, что сейчас очень невыгодно брать билет, но в конце января намного будут лучше варианты. До 24 тысячи рублей мы видели цену. На самом деле можно подождать немножко и увидеть, что можно будет взять билеты еще дешевле, за 20 даже тысяч рублей. Это все зависит от сезона, от дней. Как еще можно увеличить такой выбор цены? Мы еще раз переходим на те даты, где было дешевле. Это конец января. Снова ищем конец января. Обратите внимание, уже есть цена 21 800. Да, уже намного дешевле. Кстати, 21 800 Turkish Airlines. Еще один вариант, как можно найти дешевый вариант билета в Гонконг, зайти на сам сайт Аэрофлота, аэрофлот.ру, и здесь поискать такой же билет. Да, откуда мы выбираем? Москва. Куда? Гонконг. И мы искали билеты на 19, обратно на 26 января. Нажимаем здесь галочку «Найти рейсы». На сайте Аэрофлота тоже есть удобный такой поиск по ценам. Можно подобрать хорошую цену. Посмотрите, здесь отправление, такой разброс цен, и возвращение, разброс цен. То видите, что в одни дни дороже цена, в другие дни дешевле. И тоже с помощью этого сервиса можно так выбрать наиболее выгодный тариф на нужную вам дату. Так что воспользуйтесь этими двумя сайтами, Аэрофлот и Каяк, возможно, и другие авиакомпании, сможете найти наиболее выгодный для себя рейс с наиболее низкой ценой и сэкономить денег, на которые можно что-то купить в Гонконге и привезти сувенир своим друзьям и родственникам. Если видео вам было полезным, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал «Мир своими глазами». С вами был Роман. Спасибо за просмотр. До новых встреч в эфире.